Радио «Шансон» и компания «Амботис Турс» приглашают вас на фестиваль «Бархатный шансон». С 17 по 24 сентября в отеле «Альдемар Олимпиан Вилледж». В одном из лучших отелей Греции. Подробности по телефону в Москве 649-8599. И на сайте ambotis.ru. Смотрят все «Шансон ТВ». А он летал на кукурузнике и был прикинут, как положено. Костюм, рубашка, галстук узенький, дарил букеты ей роскошные. А эта девушка жеманная капризно хлопала ресницами, мол, самолетик слишком маленький и не бывает за границею. Самолетик маленький, что боится тучи грозовой. В этой жизни есть простое правило: лучше маленький, но свой. Не беда, что самолетик маленький, что боится тучи грозовой. В этой жизни есть простое правило: лучше маленький, но свой. Синего безоблачном слова выписывал признания, но эта юная молочница не приходила на свидания. В один прекрасный день все кончилось, и кукурузник скрылся из виду. Теперь девчонка в одиночестве грустит, сама себе завидуя. Самолетик маленький, что боится тучи грозовой. В этой жизни есть простое правило: лучше маленький, но свой. Не беда, что самолетик маленький, что боится тучи грозовой. В этой жизни есть простое правило: лучше маленький, но свой. Самолетик маленький, что боится тучи грозовой. В этой жизни есть простое правило: лучше маленький, но свой. Не беда, что самолетик маленький, что боится тучи грозовой. В этой жизни есть простое правило: лучше маленький, но свой. Лучше маленький, но свой. Но свой. Шансон ТВ. Три года для народа.